Что ж, елку мы установили, и теперь надо ее красиво оформить. Первым делом я буду сейчас делать юбку под елку из ротанга. Для этого я купила таз. Вот так тут все отметила. Сейчас приклею скотч ровненько по полосочкам. И после чего надо будет вот это дно отрезать и на помойку отправить. А с этой частью уже буду работать. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Через 10 дней Новый год, и поэтому этот влог будет посвящен именно ему. И в нем я покажу вам, как буду украшать вот эту комнату к празднику. Мы уже с чердака спустили елку, но еще ее никак не оформляли. У меня в голову пришла идея, я хочу сделать сама юбку из ротанга под елку. Для этого я приобрела, естественно, сам ротанг, вот такой вот таз на 90 литров, уже проделала отверстие, муж мне удалил дно, срезал, и я уже кое-что попробовала плести. Я никогда раньше в жизни не плела ничего из ротанга, это мой первый опыт, надеюсь, у меня все получится, и в конце я вам покажу хороший результат. Елка у нас достаточно большая, поэтому и юбка к ней, соответственно, требуется не маленькая. Надеюсь, за часов 5 я управлюсь. Также в этом видео я покажу вам, как буду делать игрушки на елку. Ну, и когда закончу со всеми своими вот этими рукоделиями, мы приступим, точнее, я приступлю к украшению этой комнаты. А вы будете наблюдателями, и если вам такой формат интересен, то оставайтесь со мной. Поехали! Прошло где-то часа 3, мне кажется, пока я сделала вот эти стоечки, потом нарезала 48 вот таких вот, как они называются, лоза, 48 ленточек таких я нарезала. Ленточек должно быть ровно столько, сколько у меня стоек. Стоек у меня 48, столько же и ленточек. Конечно, занимает это все очень много времени, и еще это очень нудно, терпеть не могу такую нудную работу. Пока вот таз весь промерила, вот эти все дырочки, пока их просверлила, потом пока муж отпилил дно, потом начала рассчитывать, сколько мне надо столбиков. Это то еще кино. Вроде кажется, с одной стороны, когда смотришь это все в мастер-классе, кажется, что ой, так легко. На самом деле нет. Я тут 5 раз уже употела, все 150 раз перепроверила, но вроде как бы получается все так, как на картинке. Нудная работа, я надеюсь, закончилась. Сейчас я буду приступать к плетению уже вот основательной вот этой, как она называется, косички, не косички. Короче, вы поняли. Сейчас я начну уже это плести. Прежде мне надо будет вернуться и посмотреть мастер-класс, что там дальше надо делать. И мы с вами продолжим. Я приступила к плетению. Все делаю ровно так, как сказала тетенька Витя. Поэтому, надеюсь, все получится.
Плетение я выбрала самое обычное, потому что я плету впервые, и какие-то сейчас делать замороченные рисунки, мне кажется, это не совсем правильно. И тем более, все равно юбка будет стоять под елкой, и кто там будет разглядывать этот рисунок. Тем более, у меня очень красивый ротанг. Вот, смотрите. Он вот с такими вот прожилками, плюс эти прожилки, они такие шершавые, цепляются, как у натурального ротанга. И поэтому я не вижу смысла из такого красивого ротанга еще выделывать какие-то узорчики. Он и так полноценен. Поэтому остановилась на обычном плетении. Так, что-то начинает вырисовываться, и выглядит это прикольно. Как вообще появилась идея вот этой юбки? Я искала в интернете идеи, как украсить елку. И там вот увидела елочку, и под ней была вот эта юбка. Правда, я не знаю, я не помню, была ли она из ротанга. Помню, что такая корзинка стояла под елкой вокруг ствола. И мне это очень понравилось, и я захотела себе такую юбочку. Начала варианты искать в интернете. Думала, сейчас закажу себе. И будет у меня такая юбочка. Но цены на них, ого-го, на эти юбки, именно из ротанга. Возможно, там еще какие-то из бумажных палочек. Но бумажные палочки что-то мне как-то не очень. Я хотела именно из ротанга, именно такую плетеную. Смотрела на их цены, немножко охренела. Ну, не то, что охренела, я сейчас вот, когда делаю вот эту работу, я понимаю, почему такая цена. Но на мою елку цена вообще не гуманная вот этой юбки. Потом я посмотрела мастер-класс. Мне очень понравилось, как там женщина сделала вот эту юбку. И поняла, что я тоже могу так сделать, почему нет. Тем более много людей там в комментариях писали, что они попробовали, у них получилось, чем я хуже. И я заказала ротанг. Мы съездили в Леруа, купили вот этот таз большой. Потому что нигде я такой таз не могла найти, кроме как в Леруа. Я знала, что они там продаются. И по нормальной цене этот таз нам обошелся в 700 рублей. В интернете такой же таз я смотрела. Он стоит около 1000-1300. Большая часть работы позади. Мне безумно нравится, как выглядит этот ротанг. Он на ощупь просто божественный. Плюс вот эти, знаете, зазубринки, как у настоящего дерева, они цепляются. И вот ощущение, что это настоящий, не искусственный ротанг. Приблизительно на работу, я думаю, у меня уйдет часов 8. Но с учетом того, что, я не знаю, может, профессионалы, конечно, это все быстрее будут делать, но с учетом того, что я делаю это в первый раз, то за 8 часов я точно управлюсь. Уже прошло 5 часов, как я это все начала делать. Плюс я выбрала реально достаточно большое такое изделие. Я не знаю, новички вообще начинают с таких. Но мне нужна была конкретная юбка. Мне не нужны кашпо, какие-то вазочки. Мне нужна была юбка, поэтому
как-то сидеть, тренироваться на маленьких горшках у меня времени не было. Мне вот надо здесь и сейчас, поэтому мой первый опыт именно вот с такой огромной юбкой. Что ж, сейчас я все доделаю и покажу вам уже конечный результат. Закончила в 10 часов, решила не доплетать, очень сильно устала, поэтому оставила все как есть до утра. И вот сегодня проснулась и приступила к работе. Тут прям чуть-чуть, я думаю, минут на 20 мне работы, и уже моя прекрасная юбочка будет готова, и мы пойдем с вами устанавливать под елку. Знаете, вот это самый сложный для меня этап, потому что пальцы очень уже сильно болят. Плюс тут достаточно все узенько, и это все пропихивать. Ротанг жестковат. Жестковат. Вот приходится его вот так вот выкручивать. Это прям очень и очень больно рукам. Особенно пальцем. Пальцы у меня просто отваливаются. Но ничего. Зато это будет настолько красиво. Я просто уже смотрю на эту юбку. Я думаю, блин, какая же красота. Какая же я молодец. Здесь я буквально лазу пропускаю через две стойки, чтобы нигде не накосячить. Поэтому получается все-таки чуть-чуть помедленнее, чем я рассчитывала. Видите, вот так выкручивается. Вот лаза вот так выкручивается. Ее потом очень сложно вернуть в обратное положение, в правильное. Но она, наверное, все-таки жестковата. Я читала, что есть какие-то мягкие лозы, есть жесткие. Ну, видимо, мне жесткая попалась. Заказала жесткую, но ничего страшного. Скоро праздники, 10 дней выходных, так что, думаю, мои пальцы успеют отдохнуть за это время. Кстати, я еще приобрела вот такую штуку, сейчас покажу. Вот такую штучку приобрела. Она мне должна помогать как-то вот так вот выковыривать лозу, если где-то она не проходит. Но, видимо, из-за того, что я не привыкла к таким, к такой работе, то практически не применяю этот коготь. Так, вот сюда. Вот как раз вот в самом низу, вот здесь, думаю, он мне пригодится. Все, уже видите, пошла вот так вот, закручивается сюда, и вот получается такой полукруглый край. Самое главное хорошенечко подтягивать, чтобы нигде не было широких дырочек. Я думаю, в принципе, если сесть с
самого утра, но не как не то, что с самого утра, ну, пораньше. Я начала делать во сколько? Часа 4. Пока записала. Потом я решила снимать видео. Пока записала вступление. Ну, у меня на это время какое-то ушло. Ну, как вступление, приветствие. Потом. Так. Потом туда-сюда, и время пролетело. Естественно, если бы я не записывала влог, не снимала бы весь процесс, возможно, я бы и вчера все закончила. Ой, блин, тяжело уже становится, прям очень тяжело. Подумать, естественно, за 20 минут я не справилась, потому что вот эта маленькая часть оказалась самая сложная. Я стерла все пальцы. Если бы не вот эта штука, я бы вряд ли доделала вот этот внутренний ободок, потому что это очень сложно, это очень больно. У меня очень сильно болят пальцы, очень. Но все, я сделала. Сейчас вот эти оставшиеся прутики я обрежу, и уже под ободок туда вот надо их будет пропихнуть. И вроде как все, юбка будет готова. Не знаю, сколько сейчас времени у меня уйдет на вот это обрезание. Но на улице уже опять же темнеет. Короче, очень-очень много времени уходит на такую работу. Ладно, хватит тянуть, надо уже доделать и пойти отмачивать в ванночке мои пальчики. Хвостики остались достаточно длинные. Я не знаю, что... Я рассчитывала все по формуле, которую давал инструктор в мастер-классе. Но хвостики остались длинными. Так что в следующий раз, наверное, я буду все-таки использовать. Потому что я хочу еще попробовать что-нибудь сплести. Например, какой-нибудь кашпо для улицы. Я буду рассчитывать по этой же формуле, но немножечко все-таки уменьшу тот результат, который у меня получится. Потому что на данную юбку у меня получалась одна лоза 3 метра 30 сантиметров. Вот такой вот хвостик остался. Тут, наверное, сантиметров, не знаю, где у меня рулетка, здесь, наверное, сантиметров 50. Такой нормальный перерасход, но ничего не поделать. Все с опытом придет. Я закончила. Смотрите, какая красота. Блин, как же мне нравится. Просто потрясающе.
Все так аккуратненько. Цвет мне безумно нравится. Так, ну что ж, теперь будем сейчас ее устанавливать под елку. Но есть одно но. Я дома одна, Лёша на работе, и помочь он мне не сможет. Елка достаточно тяжелая для того, чтобы я ее одной рукой подняла, другой рукой подпихнула под нее юбку, поэтому елку придется сейчас разобрать, поставить юбку и заново собрать елку. Благо, елка у нас разбирается очень и очень удобно. У нее всего лишь 3 яруса. Первый ярус, второй ярус и третий ярус. Они вот так вот снимаются и откладываются в сторону. Сейчас покажу. Просто по размерам идеально. Мне кажется, это очень круто. Просто, блин, классно. Не знаю, мне безумно нравится. Настало время делать игрушки на эту красотку.
jolly Christmas this year. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. А еще, чтобы новогодний стол тоже был как-то украшен, я сделала вот такой подсвечник. Ну что ж, мой дом практически готов к тому, чтобы отмечать Новый год, но все-таки кое-что осталось. И, конечно же, это новогодние подарки. Я их уже упаковала, частично не все, но вот 4 самых больших уже упакованы. И сейчас я их буду прятать под елочку, и когда приедут гости, каждый будет искать свой. Подошло это видео к концу. Спасибо, что были со мной и досмотрели его до конца. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы в новом году все ваши мечты осуществились. Ну а мы увидимся с вами на этом же канале, но уже в новом видео. Пока-пока!